Глава городского округа Дмитрий Волошин вручил персональное поздравление президента с 90-летием ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Ивановичу Смирнову. Руководитель муниципалитета вручил подарок ветерану – инвалидную коляску взамен старой, тяжелой и неудобной. Новая коляска. Может быть, на улицу буду выезжать. Анатолий Иванович – химчанин. Во время войны ему было 13 лет. После ее окончания более 50 лет проработал на предприятии «Энергомаш» и воспитал двоих детей. Все, всех благ, здоровья вам на жизненном пути. И не болейте. Спасибо. Если какая помощь нужна, всегда обращайтесь к нам. Сейчас в городском округе проживает порядка 180 участников Великой Отечественной войны. 2500 – труженики тыла, блокадники и дети войны. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.